ладно, ребятушки, привет! Мои дорогие телезрители, рад приветствовать вас в новом выпуске. Смотрите, перед нами шлагбаум закрылся. И поезд сигналит, говорит, а ну-ка никуда не ходите. Смотрите, а ему пофиг, он пошел. Трамвай. Это трамвайчик, да, это не паровоз. Но, тем не менее... Ва, клево! Прям динь-динь-динь, как в старых фильмах. Смотрите, шлагбаум повис. Так, где мы находимся? Мы находимся в Олдтаун Сан-Диего. Вот, и сейчас идем в старинный город. Шлагбаум открылся, машинки поехали. Идем в старый город, и тут парк Президио. Вот будем гулять, смотреть. Так, ребятушки, вот дом Гвадалахары. Прям там очередь, все стоят, что-то ждут кушанья. И мы идем что-то тоже искать, где засесть. Потому что я голодный. Вот Эль Мундо, базар. Так, ну, значит, не судьба, идем дальше. Так, Фиеста де Рейс. Ну, идем здесь посмотрим в мексиканском. Что тут покушать есть? Та-ра-та-та, мне уже здесь нравится. Во! Типа фудкорт? Нет, это ресторан. А, это ресторан? Good. Так, ну что, ребятушки, в Лос-Анджелесе мне не зашел мексиканский ресторан. Сейчас будем пробовать дубль 2. Зайдет ли нам здесь мексиканская еда? Мне, по крайней мере. Я уже нашел, я буду буррито со шримсами. Вот. Идем местечко занимать. Так, ну и здесь очередь. Две пары перед нами. Ждем мест, я тоже. Здесь аншлаг, ребят. В старом-то городе какие пальмочки восхитительные. Кактус. Мексиканская музыка, все такие мексиканцы. Прям смотрите, вот девочка прям мексиканка. Вон там вообще рабыня Изаура. Клево. Прям подножья пальм. Обалдеть. Вот нам такой столик прям в самом углу. Смотрите, у меня тут джунгли за спиной. Обалденно. Я люблю народ с собой забирать. Да. О, смотри, нам сейчас музыканты будут играть на скрипке. У него одного скрипка, а у другого большая гитара, а у другого еще больше гитара. Кайф. А вот это я больше всего люблю в мексиканском ресторане, ребятки. Вот огонечек. И такие ништячки. Это просто восхитительно. Это волшебно. Эй, Макарена, да? О, девочка даже танцует. Вот теперь поехала. Прям реально Макарена? Кайф. Я видел две гитары. Ребята, все это действие происходит в 30 километрах от мексиканской границы. Клево. Я вижу. Ага. Класс. Они только что до этого играли песенку «Маленьких утят». Знаете, тере-тере-тере-тен, тере-тере-тере-тен. Клево. Ну, так как мы около Мексики, мы берем мексиканский «Пацифико» с лаймом. Клево. Пацифика с пиво с лаймом? Еще ни разу не пробовал. Радлер какой-то. Ну, сейчас попробуем. Ребятки, мой буррито с сырком и с креветочками. Марусь, салат с креветками. Так что приятненького. Так, ну что, ребятушки, вот покушали мы на 42 бакса. Пиво мое 6,50, Марусина еда 17,50 и моя еда 15,90. Нормально так. Женщина из цветочков, красота. Закончили кушать. Музыканты, которые ходили, играли. Они вот тут концерт прям для всех. Отличное, обалденное место. Называется Casa de Reis. Очень советую, приходите. Вкусно, недорого и, ну, относительно. Блюдо 15-20 баксов. Нормально. Классно, просто классно. Душевно так, реально по-мексикански.
Огонь везде зажгли. Смотрите, везде горит огонь. Вот здесь тоже можно сидеть. Там вулканические камни просто лежат. Пемзочки. И снизу газ, видимо. Деспасито. То он будет играть или нет? Давай. Стой, Мару, сейчас будет Деспасито играть. Смотри. Можно танцевать? Да-да. Класс. Хорошо, что я не ушел. Обалденчик. Обалденчик. Дедушка пошел. Все-таки испанский язык обалденно звучит. Мексиканский рэпчик. Как дела? Como está? Это же как дела? Como estamos. Como estamos? Это я знаю, что как дела. Обалдеть, здесь прям как в Мексике. Смотрите, чуваки на карете. Fiesta de Reyes. Маш, что такое рейс? Что-то с королем? Короли? А, фиеста королей. Клево. О, да, цветочек какой весь фиолетовый. Это самый центр Old Town, самый центр Сан-Диего. Отсюда он пошел когда-то, вон, видите, старинные здания, просто салоны. Салоны были вот так, огромная площадь, а потом давай развиваться. И развился до такой степени, что после Лос-Анджелеса, еще раз повторяюсь, второе место по численности населения и восьмое во всех штатах. Ну, я просто без ума от этого города, ребят, от погоды, от теплого океана, от... Самое главное, ребятушки, чистота. Это не Сан-Франциско, это далеко не LA. Это в Нью-Йорке не был, но наслышан. Сейчас через пару недель лично уже увижу. Вот, ребятки, такое ощущение, будто вон там вот пуфняк был, тут, я не знаю, пивнушка была. А? Отель стилизованный. Ага.
будто пивнушка была. Вот тут, я не знаю, доктор Браун из этого «Назад в будущее» третьей части вышел из Марти, давай стреляться. Вот отвечай сюда просто, лошадь поставить, там Дикий Запад, корыто какие-нибудь там для лошадей. Кактус даже вырос. Ой, какая красота, ребят. Вот тебе побольше кактус. Дерево, ага. Обалдеть. Смотри, Маша, стол деревянный. Латерна. Обалдеть. Вот сарай, тут сеновал по-любому внутри раньше был. Я в шоке. Музей конюшни. Боже ж мой, ты посмотри, какая, Марусь, красота. Ребятки, я под впечатлением. Вон горнодобывающая тележка, смотри, что-то тут есть. А, Миннерс. Да-да. Музей этих майнеров. Еще раз повторяюсь, не ведитесь на подделки. Это не те майнеры, которые на график-картах. Это те майнеры, которые с киркой да в шахте. Danger. Keep off. А что там трещит? Там что-то есть? Я ж боюсь туда заглядывать. Не, ничего там нет. Бочки. Ну, пивнушка. Красота. Вот смотрите. Casa de Pedro Reina de Altamirano. Прям вот так вот с выражением. 1869 год по 1871. Обалдеть. Я реально в шоке. Я попал на Дикий Запад. Все, ребятки. Old Town San Diego State Historic Park. Театр. Смотрите, прям старинный театр. Много-много музеев. Район дальше продолжается. Смотри, Маш, смотри, сова. И это, ну, специально сделана статуя. Видишь, на церкви сбоку? На втором ярусе. На уголке. А, старый город продолжается. Смотрите, какая прелесть. Вот. Вот, таймлайн. Балахончик. О. С 1542 года. Представляете, вот они. Мексиканцы тут жили. Тогда еще Мексика была. Индейцы, вернее. И все продают активно. Смотрите, все, какая красота. Пальмочка светится. Красиво. Смотри, смотри, банкомат в виде сейфа. Кайф! Да, обалдеть! Может, смотри, индейцы, картинка. Дракула всякая. Сан-Диего. Класс. А, нельзя фотографировать. Ну, идем тогда отсюда. Я же не фоткал, я же снимаю. Так. Все, ручная работа, люди продают. О, Марусь, вот сюда мне надо. Открыточку надо купить. А? Не знаю. Это сэр. Да ладно. А я думал, он сэр. О, вот это красота. Какая красота. Не был евреем, ребятки, он реальный сэр, потому что у него внешность не шалом-шалом. Так, а мы идем дальше. Мне, ребятки, определенно нравится этот город, вот только уже по центру, а сейчас пойдет современный город, вот куда мы, собственно говоря, и направляемся. Да, идем мы в район сначала. Маленькая Италия, Little Italy, и вон гифт-шоп, всякая всячина. Ехали, короче, в маленькую Италию. Смотрите, ребятки, какой господин. С тростью, прям шляпка, все дела. Кругом испанская речь, ну, мексиканская. Бабушки такие, женщины прям вот реально не американские, а такие индейско-мексиканской внешности. Красота. 50 минут, но он прям дороговат, так что я думаю. А. Ну, гуд, ребятки, вызываем машинку, едем в Little Italy, потому что идти 50 минут, Маруся говорит, вдоль автобана не очень интересно будет, так что едем, экономим время. Оперативненько за нами Dodge Caravan приехал. Местная пивоварня, ребятки, здесь просто вон сколько пива. Обалдеть. Сколько пивасика, и все сидят. Где? Да, я вижу, вон, видишь вот эти цапки? Ребят, сколько сортов. Это же вообще обалдеть.
надо сегодня такой взять, вот Ballast Point, и попробовать, что это за пиво. Самолет над нами сейчас пройдет, да? Вот он! Твою по голове! А, Маша, они летают каждые 2 минуты. Я уже сегодня тете показывал их миллион раз. Давай подождем сейчас. Бамблби в черном. Камаро СС. У-ху! Обалдеть! Смотри, Марвис, это знаешь, не итальянская, а сардинская. Вот оно, так как прям в этой. О, самолетик пошел еще. Обалдеть, ну реально как на Сардинии. Типичные итальянские пиццерии. Боже мой, смотри, какой стульчик, все девочки троем завалились. 3 сестры. А батя с матерью фоткают, стоят. Смотрите, клево как. Марвис, я тоже хочу такую фоточку. Люди какие нарядные, все стройные, красивые ходят. А? О, Little Italy, San Diego. Красота. Ой, ё-моё, как он прорычал. Ребятушки. Прямо сейчас напомнило одно из последних наших путешествий, когда мы по Бильбао катались, ну, по Испании, и заехали в Бильбао, где огромные площадки напротив музея Гугенхайма. И хреново туча детей. Да, бейсболист из мозаики. Марусь, ты посмотри лучше, вон на вышке стоят небоскребы. Маш, вон там вот сверху клево жить, где все стеклянное. Там бар, походу, какой-то. А-ля Кеген. Клево. Вот это мне что-то Марусь Гонконг напомнило. Помнишь, там тоже такие фонтаны? Озе набережной, где корабль уходит на экскурсию. Ой, хлорочка-то, как в бассейне в Казахстане, отвечаю. Здесь такие же бассейны. А? Здесь так же. Так же? Маша была в бассейне, говорит, вообще жесть. Хлоркой. Ну, как вам, ребятушки? Огонь. Так, огромный фрегат. Идем на него посмотрим. Вот второй. Вот теплоход, у которого еще по бокам такие колеса крутятся, знаете, типа лопасти, как у катамарана. А за ним еще один деревянный корабль. Ой, какой Ротхаус отсюда, да, красота. И сейчас идем к вон тому памятнику, который вон там будет. О, Pier 41 там в конце, вон тоже видно отсюда. Так, ребятушки, ну что, подошли к огромному авианосцу. Авианосец Midway. До 1965 года, ребятки, был самым большим авианосцем на вооружении ВМС США. Что еще хотелось сказать? Да, он был способен принять до 61 воздушного судна. Вы представляете? А сейчас это музей. Он просто нереальных размеров, просто гигантский авианосец. Мы завтра идем в этот музей, ребятки. Прям будем бегать по палубе, в рубку к капитану зайду. Это просто нереально круто. Ну так вот, авианосец Midway. Я вижу вон один самолет, вот второй самолет, третий самолет. Крылышки сложены у них. Он просто красавец. Он просто нереально огромный. Ну вот, завтра мы там гулять будем. Вот взлетная полоса сбоку. Обалдеть. Итак, ребятушки, салют из Сиволда. Куда мы пойдем в субботу или воскресенье? Вот. Сейчас у нас четверг. Обалденный салют. Но в любом случае мы его еще увидим. Бум, бум. Красота. Та-да! Авианосец!
Так, ребятушки, ну и мы подошли к статуе, которая называется, если я не ошибаюсь, «Моряк и медсестра». Эта история произошла в Нью-Йорке, когда объявили очень важную новость. Сказали, что, ребятки, Вторая мировая война окончена. И один моряк просто хватанул первую попавшуюся, оказалась медсестра, и давай ее целовать на радости. И, соответственно, его примеру последовали остальные люди. Просто там такое целование началось. Просто вообще... Спустя какое-то время, не помню сколько лет, там 30, 40, 50, 60, нашли этого мужика и эту женщину. Недавно смотрел фотографии, как они выглядят. И имена, к сожалению, не помню. Один раз услышал и сразу забыл. Я даже не пытался их запоминать. Все равно бесполезно. Вот, это они. Представляете? Это клево. Нереально клево. Сейчас покажу этот. Вижу, какой маленький хасичек. Такой. Он клевый. Он маленький, да, вообще. Он маленький. Смотри, какой клевый. Как панда, видела под глазами? Так, ну вот она, статуя, ребятки. Мы завтра сюда днем обязательно придем. Вот вертолеты стоят на корабле. Обалденчик. Но она огромная. Она метров 6 в высоту. Вон Sea World, Маш, с той стороны. Слышишь, кричат. Sea World с 10 утра и до 10 вечера работает. И мы там собираемся провести действительно весь день. С утра и до вечера. Красота. Так, ребятушки, а тут прям порт. Рыболовецкие судники. Сюда маленькие стоят, лодочки. Обалдеть, набережная. А, почему-то, знаешь, Маш, рыбкой не пахнет. Вообще никак. Пахнет? А мне нет. Вообще ничем морским не пахнет. Может, из-за моего купания у меня уже нос все сломался теперь. Завтра буду кашлять, чихать. Так, ну и что, идем в город. Так, ну мы, ребятушки, подходим уже прям к центру-центру. Вот уже сразу видно, смотрите, какие флаги. Вон, Штаты, Калифорния. Все так подсвечивается. Как-то солидно, что ли. Не типа не деревня какая-то, а город. Вот сейчас здесь за углом прям центр-центр будет. Сейчас взглянем на это. О, да. Фонтаны, пальмы, площадь. Статуя, колонна какая-то. Так, подождешь? Мустанг. Спасибо большое. О, да. Ой, театр с куполом, ага. Вот беседка. В общем, восхитительно. Пойдем здесь пройдемся. Красота. Что это? Гасланд квартир. Центр, центр. Прям, ух, сейчас вот это сфотографирую. И пойдем дальше. Хлорочка так попахивает. Ага, я здесь подожду. Да, красиво. Я думал, он молится. Нет, он фотографирует, я тоже видел. Может, я думал, он молится. Ага, Аллах Акбар, прям здесь, прям посреди площади. Так, тут, ребятушки, тусня. О, спит. Бездомный. И тут бары, рестораны, везде вот так вот, туда-сюда. Вот видите, типа такого. Миленькая такая кафешечка, ресторанчик. И здесь то же самое, люди кушают еще сидят. Ух ты, как картины какие-то висят. Ну, Irish Pub, который называется Patrick's Pub. Gas Lamp. Сколько зелененьких ирландцев-то. Там прям тусовочка. Смотри, смотри, пап. Как обычно, в своих традициях. О, живая музычка. Клево. Эй, здесь что такое? Ну, обалденно. Направо?
Пошли пока, зеленый. Ничего себе. Велики какие разноцветные. Да не, не про велики. Это же просто огонь. Ух. Fridays. Какие бары. Какие тут девицы ходят. Где? Не, не хочу шляпу. Потом. Не, 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 точно не такую. Хрена себе. Пицца. Аж глаза разбегаются, на какой кусочек пиццы смотреть. Все, вы поняли, о чем я. Муа! Идем. Чувака на входе спросил, могу видео сделать. Он говорит, да заходи, ради бога. Смотрите, здесь тусовка будет сейчас, скоро. Он говорит, столы уже подготовили, тут люди будут сидеть, пить. Обалденчик, короче. Потусить здесь есть где. Мне очень понравился тусовочный центр Сан-Диего. Так, клево. Обалденчик. Как Маруся заметила, много людей на платформе, да на каблуках. Сразу заметно, что город находится на равнине, нежели наш холмистый Сан-Франциско. Там бесполезно каблуки носить пешкарусом. А вот это вот, как в Тае, тук-туки без мотора, блин, все в лампочках светятся, как рождественская елка. Так, и еще один бар. Огромный телек, прям гигантский. Это не Лайван, это телевизор. И везде музычка играет, а? Да. Эй, thanks. For dinner мы уже динеровали. Ну, завтра будем в итальянском ужинать. Вот. Так, ребятушки, люди зазывают, прям дают ваучеры, говорит, иди, вот скидка, один сушняк купи, второй бесплатно. Представляете? Чем-то мне просто напомнил... Одно пиво за 15. Одно пиво за 15, да, второе получишь бесплатно. Чем-то мне напомнил, ребята, Дублин. Вот своими вот этими тусовочными кварталами. Просто в Дублине меньше места. Улочки узкие и со всех сторон пабы. Здесь же широкие бульвары, как в Гамбурге, в Санкт-Пауле. Вот, вот, на Санкт-Пауле похож еще. А? Похож. Прям реально на район Санкт-Пауле. Все тусят. И настроение такое. Клево. Даже Марусь согласилась. Говорит, да, похож действительно на Гамбург. А? Маркет-стрит. Мы на главной. Хрена себе, ангибот, ребятки, 3 алкогольных напитка за 10.30. Да это же вообще просто даром. Я в шоке. Марусь, нам точно домой надо? Ю-ху! Знаешь, как я скучаю, как мы в Бангкоке тук-туки брали разноцветные все? Просто я отвечаю, вот это, ребятки, сказка. Клево. Просто иди наслаждаться вот этим вот всем праздником. Все сидят, что-то едят, что-то пьют, тусят, болтают. Выглядят красиво, вот. А мы идем и смотрим на все это. Муа! Класс. Я в восторге. Мне надо ночью как-нибудь тоже заход по Сан-Франциско сделать. Посмотреть, как у нас там вообще ночи. Прям блок ведет, смотрите, у него микрофон лохматый, фонарь прям на себя, реально арендовал тук-тук и едет, и все, там чувак что-то, I'm the stand, говорит, best city in the world, прям вот так вот сидел, говорил. Костерчик, видите, такое местечко вот в этом баре, раз, тут зачекинил, VIP, и сидишь, грилишься. Сколько тук-туков вот этих разноцветных тут катается. О, небольшой ветерок. А так ветра. Это просто то, что перекресток, видите, 4 улицы открыты. А так его нет. На улице температура 19 градусов. Кстати, я не знаю, как в другие месяца, но я читал, что в летние месяца, то есть июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, тут это лето,
Ну, здесь круглый год лето. Но это самые жаркие месяца. Я читал, что температура днем доходит до 24, а ночью не опускается ниже плюс 18. Вы представляете, что творится? Резкого перепада нет. Постоянно ни зной, ни жара, а ну, просто обалденно. А? Испанская. Вон там прям испанцы на гитаре играют. И вот, и еще прочитал, что температура воды 22 градуса максимум, а минимум 16 градусов. Но я сегодня купался, по мне так вода чуть ли не 30-градусная была. Разноцветки поехали. Реально, как пуф на колесах, хай. Ну, народ тусит, отвечаю. Девишник. О, селфик. Пять телочек под музончик. Так, район Гаслям закончился. Обалденный район. Мне очень понравился. Красота. Это реальная красота. Ну что, ищем 7-Eleven, покупаем пивка и едем в отель. Да. И еще красивые кварталы. Это очень, а? У нее там не только есть попа, это ты че? Это Дженнифер Лопес, это вообще... Фуф! Как она боком встала, я вообще в шоке был. Аккуратно. Так, а вон... Нет, это не 7-Eleven. А, вон он, вдалеке я вижу, да. Косячок. Старый добрый косячок. Ночной клуб Омния. Ребятки, секьюрити больше, чем такси и машин на улице. Я вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, на 14, 15. Здесь 16, 17, 18, 19, 20 человек, ребятки. А? Ну да, 20 секьюрити. О, челленджер какой красавчик. Обалдеть, смотрите, вот так вот обыскивают. Полностью прям медосмотр. Говорит, остановитесь, нагнитесь, проходить. Мы вас обыскали. Обалдеть. Ну, видимо, нереальный какой-то клуб, если так прям досматривают. О, толпа девочек. Мужик говорит, пошлите ко мне на дискотеку. Говорит, девочки. О, Эспосито. Эспосито. Первый раз вижу, ребятки, 7-Eleven, где нет пива. Прям так и спросили, у вас пиво есть? Он говорит, нет. Я говорю, ну понятно, я его и не вижу. И спросили, это только у них нет, или это в принципе в такое время, или как, или здесь не продают? Он говорит, нет, это их специализированный магазин, он не продает алкоголь. Идем в следующий 7-Eleven, который находится отсюда 4 минуты. Мы здесь уже в этом районе гуляли. Вот сейчас идем налево, там мы еще не были. Кстати, ребятки, не знаю точно, но не уверен, но насколько я знаю, только проституция разрешена только в штате Невада из-за Вегаса. Но здесь просто на каждом углу такие ночные бабочки, это мотыльки целые стоят, просто огонь. Сейчас просто девчонка, подъехала машина, она вышла, посмотрела на номер задний, сфотографировала его и села в машину. Типа домой отправлю, если не вернусь, найти где искать. Я в шоке. Ну, красивые просто такие куколки. Попытка номер два в другом магазине. И второй 7-Eleven без пива, ребятки. Обалдеть. Так, что, ребятки, через 3 минуты прибудет Uber и за 8,6 баксов увезет нас в отель. Кстати, с комнатой нам повезло, Маруся умудрилась найти комнату за 4 ночи. $160, представляете, $40 за ночь в Сан-Диего. Обалдеть! Так, сигареты вижу. Сейчас машина через 2 минуты за нами приедет. А тут магазин, сигареты есть, значит, пиво должно быть. Логика мне подсказывает, потому что это не Big Seven. О, бухло стоит, отлично. Рай! Здесь все есть, отлично. Так, ну что, ребятки, так как у нас дома есть холодильник, сразу 12 баночек, как раз на весь этот пакет. Так, ну что, ребятки, а теперь Маруся в душ, а я монтировать видосик.
Фух. День вот так вот прошел, ребятки, я настолько в восторге от города, вы не представляете, даже дело не в том, что я увидел сейчас, как он там светится, не светится, ребята, дороги, это идеальные дороги, это такие дороги, как в Германии, ну, я утрирую, конечно, но они в разы лучше, чем в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе, это просто мусор, ребята, на дороге нет мусора, реально нет. Это почище, чем некоторые другие места в Европе. Бомжей нет. Знаете, если пройти через центр Фрайбурга, то можно увидеть ровно столько же бомжей, сколько я видел здесь. Ну, много бомжей. Где? Во Фрайбурге? Во Фрайбурге было много бомжей, да. Ну, для такого маленького города, а здесь-то город, нифига себе, почти Берлин, и так мало бомжей. В Берлине тут еще сколько их там. Но в любом случае, оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребятки, пришло время, Сережка завел себе Инстаграм, когда уже там все пусят и почти вымерли, как динозавры, я только сейчас пришел. Подписывайтесь на Инстаграм тоже, там тоже клевые фоточки в режиме онлайн выходят, ребят, по 2-3 раза в день пощу пару фоточек. Сами видите, видео запаздывает обычно на недели 2-3, то на месяц, а фоточки в Фейсбуке обычно на неделю запаздывают. В Инстаграме они постоянно онлайн, так что подписывайтесь. Давайте, целуйся в пузико и до завтра. Завтра вот такой день будет.